Ежегодно в июле россияне отмечают День работника торговли. С профессиональным праздником заслуженных тружеников отрасли поздравили в актовом зале районной администрации. Я очень горжусь, что очень много лет курирую и работаю с этой отраслью, с отраслью нашей торговли, потребительской сферы. Я от всей души поздравляю вас, желаю, чтобы ваши покупатели были терпимее, чтобы были побогаче, чтобы с радостью приходили в ваши обустроенные магазины. Желаю, чтобы в ваших семьях было здоровье, чтобы дети, внуки, ваши половинки вас радовали, чтобы каждый день вам приносил радость. С Днем работника торговли! За многолетний добросовестный труд и в честь Дня работника торговли гостям вручили почетные грамоты от администрации и благодарности от главы района. Продолжится праздник концертными номерами от творческих коллективов. В Северском районе работает около 1500 объектов торговли. Несмотря на сегодняшние непростые условия, они продолжают держать высокую планку обслуживания и обеспечивают население нужными товарами и услугами.